Новое дополнение к Neverwinter провозглашает появление праведного паладина и встречу с владыками стихий. Праведный паладин — это танк или целитель. Боги наделили его даром усиливать соратников клятвами и аурами. Максимальный уровень повышен до 70-го. Новые умения помогут в борьбе с культами воды, земли, огня и воздуха. Не дайте им уничтожить древо равновесия стихий. Используйте новую силу, чтобы сразиться с культами стихий.